Озинще. Под таким названием в Уральске производят печенье премиум-класса. Эту линию наладил предприниматель Рамин Кабуев, возглавляющий компанию «Урал-Агро». И вот несколько лет потребителям предлагают экологически чистую, без всяких добавок, кондитерскую продукцию, которая пользуется большим спросом. Кроме того, «Урал-Агро» является официальным дилером компании «Россельмаш» в Казахстане. Здание завода построено в 2008 году. Это один из крупных кондитерских цехов в регионе. Сейчас в нем функционируют 5 мощных автоматических производственных линий. Здесь пекут сдобное, слоеное, песочное и другие печенья различной формы и вкуса. Главная особенность – в сладости не добавляют никакие добавки и красители. «Мы предлагаем покупателям только качественную продукцию», – говорит предприниматель. «Используем только высококачественные продукты. Вот. Это сейчас все в процессе отладки. Вот идет учебный процесс. Приехали технологи с России, едут технологи с Турции, с Азербайджана, вот, на то, чтобы здесь организовать производство и туда дальше распространить. Далее, значит, будем производить похвалу и сейчас готовят две линии в Германии и в Польше по производству конфет». В настоящее время продукция бренда «Озинще» пользуется большим спросом на рынке, а коллектив предприятия всегда стремится освоить самые новые технологии. Мастер-классы дают мотивацию для наших сотрудников работать больше, видеть дальнейшие перспективы и, естественно, наполнять наш рынок новой продукцией, новым ассортиментом товаров, показывать нашим потребителям, нашим клиентам, что производство казахстанское, уральское ничуть не уступает никакому импортному производству. Первый этаж цеха работает на полную мощность, на втором скоро запустят выпечку новинок. Для этого уже привезена печь и другое оборудование. Кроме того, предприниматель порядка 10 лет занимается производством муки высшего качества. Она не содержит в себе ни открепителей, ни отбеливателей, ни консервантов, ни корректоров, никакой химической добавки здесь нет. Это чистая мука, живая мука с большим содержанием белка и протеина. То есть, еще раз хочу сказать, в ней нету отбеливателя. Она является натуральной и полезной. Рамин Кабуев успешно трудится в нескольких направлениях бизнеса. Основная специализация ТО – продажа и ремонт сельхозтехники. Параллельно налажено растениеводство. И кондитерский цех станет очередным крепким звеном производственного цикла в семейном бизнесе.